Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Напоминаю нашим телезрителям, у нас прямой эфир. Телефон в студии 202-11-22. Звоните, задавайте вопросы. Рассказывайте свои истории, мы открыты для диалога. Своими вопросами и обращением к вам, я сейчас подумал, Елена, и моим обращением к вам мы создаем какой-то такой, я надеюсь, островок стабильности, ну, в меняющемся достаточно быстро мире, где-то что-то закрывается, где-то что-то открывается. Сегодня утром что-то было, вечером приходишь, этого уже нету. Оно куда-то переехало или вообще ликвидировалось, или даже никто и не помнит, что здесь что-то было. А мы такой оплот стабильности, который начинает программу всегда с одних и тех же слов. Ну, пока, по крайней мере. Насчет оплота я не знаю, но вот это желание наше разговаривать с вами, иногда разговаривать с вами, слушая ваши вопросы мысленно или принося их в студию, из кабинета, из каких-то личных и публичных переписок, мы пытаемся вот действительно, ну, каким-то образом теми возможностями и силами, которые нам даны, вот наш какой-то контакт, наш разговор с вами поддерживать. Я рад, что вы нас смотрите, и в неожиданных местах, от случайных попутчиков я узнаю, что ну, мы какие-то интересные, может быть, и содержательные для вас темы поднимаем или разговоры. Но у нас получается, это такое мое длинное вступление и тоже приглашение довеском к словам Елены. Звоните нам, участвуйте, давайте пробовать продолжать вот эту, строить вот эту, ну, определенность какую-то, да. В прошлый раз я говорил о неопределенности, а сегодня вот говорю о такой последовательной неопределенности. Это уже что-то определенное в нашем эфире. Прошлая программа у нас была посвящена инфантилизму взрослых, и по отзывам наших зрителей вроде как было содержательно. Я хотела бы еще напомнить нашим телезрителям, что архив программы «Разговор по душам» можно посмотреть в Ютубе на аккаунте «Самары ГИС». Там подборка наших программ за полтора года уже практически. Да, я думаю, что если их сложить на какой-то видеостене, эти разрозненные пазлы будут собираться в какую-то единую картину. Наша собственное представление о том, что происходит в психике сограждан, людей вот 20-х годов 21 века, какие вопросы нас интересуют. Ну, естественно, в таком субъективном преломлении ведущих и тех, кто успел дозвониться. Да. А что по поводу инфантилизма, Елена? Есть что-то еще, что нам... Нет, нужно мне было бы показалось важным отметить, были отзывы конкретно на эту программу. Хотела вас спросить, вам вопрос адресовать. Есть ли у вас предложение, о чем сегодня мы можем начать говорить? Пока ждем звонков от наших телезрителей. Ну, сегодня, наверное, опять в сторону, а ваши звонки, возможно, будут сшивать наши передачи. Почему опять? Потому что, ну, вроде бы другая тема, мы... на время оставляем инфантилизм или детскость взрослых, такую своевременную или несвоевременную. Вот. И готовясь к этой передаче, обдумывая то, с чем приходили люди в последнее время, ну, буквально последнюю неделю, обычно я как-то черпаю темы из последней недели, я вспомнил, что, наверное, достаточно частым вопросом к психологу, психотерапевту, ну или запросом, как принято сейчас говорить. То есть запрос – это нечто большее, чем вопрос. Вопрос – это что-то сформулированное непосредственно. Ну, например, там, доктор, что со мной? Или почему я плохо сплю? Или почему у меня такая высокая тревога? Или почему у меня такая депрессия какая-то? Да, это вот вопрос. А запрос – это что-то большее, это какой-то интерес, стоящий за этим вопросом, не всегда выраженный.
Так вот, очень часто, не всегда выраженные словами, в буквальном изложении, запросом очень часто становится желание людей, то, что с ними происходит, и то, что кажется и ощущается ими нездоровым, патологическим, ну, опять же, например, тревога, как-то вписать в свою собственную жизнь. Что значит вписать? Найти этому определенные объяснения. Не для того, не только для того, чтобы условно положить на полку. Ну, то есть приходит женщина и говорит, у меня очень выраженная тревога в течение последнего времени. Настолько сильная, что я плохо сплю, что я плохо ем, я не могу выполнять свою работу. Тревога вообще бич современности, и не только наших 20-х годов об этом давно пишут. Ну, у нас она по-своему. То есть какое-то такое беспокойство, да, и женщина говорит о том, что она не видит оснований для своей собственной тревоги. То есть, в принципе, все более-менее хорошо. Вот мы с Еленой об этом уже не раз говорили, и у вас, возможно, такие ситуации бывают, и, наверное, вы и со временем отваживаетесь прийти к специалистам, ну, вы, я сейчас безлико к кому-то обращаюсь, прийти к специалистам, чтобы выяснить, что это такое, откуда она берется, потому что вот этот вопрос «откуда», вопрос причинности, он один из важных, потому что как только у человека возникает некоторые понимания, то он способен, ну, по крайней мере, с этим пониманием каким-то образом обращаться. Ну, не знаю, причинность убирать и так далее. Вот, тот случай, о котором я рассказываю, нам понадобилось некоторое время, несколько консультаций, полнокровных, часовых, как это обычно происходит. То есть в общей сложности, ну, допустим, часов 6 разговора, для того, чтобы выяснить, что за тревогой стоит злость. Злость на супруга. Алексей, хочу прояснить. Это касается только конкретного случая. Да? Не всегда за тревогой человека стоит злость. Мы разбираем вот некую такую индивидуальную историю. Ну, история, или за каждой тревогой неплохо. Стоит поискать злость? Нет, я думаю, что за каждой тревогой действительно что-то стоит поискать, потому что тревога — это некоторое такое определенное, или неопределенное, скорее, беспокойство, которое направлено, стрела которого, острие которого направлено куда-то в будущее. То есть по поводу прошлого обычно не тревожится, тревожится по поводу будущего чаще всего. То есть со мной что-то произойдет, я заболею, что-то произойдет с моими близкими. Вот это отравляет мою жизнь, это заставляет меня откладывать все мои дела на второй план. И что самое важное, ведь люди тревожатся по поводу... ну, близких, да, я уже об этом сказал. Почему ну близких? Потому что можно было бы, наверное, тревожиться по поводу чего-то не сильно, имеющего не сильно большую важность в собственной жизни. Но когда речь идет о близких, когда у человека такое реалистичное переживание того, что вот прямо сейчас или вечером что-то может произойти, он или она не позвонил вовремя, не прислал сообщение, сам тревожащийся человек определенную борьбу начинает самим собой, потому что, ну, какой самый простой, ну, казалось бы, способ снизить тревогу? Ну, самому позвонить. Позвонить самому. И иногда люди начинают звонить, не знаю, 30, 40, 50 раз в день, но это уже слишком много, и уже близкие начинают, когда это 10 раз в день, когда это 15 раз в день, это уже много, да? Когда люди обычно созванивались, ну, может быть, раз или два раза в день, но это начинает беспокоить близких, да, потому что там первый вопрос, а ты где, а что с тобой? А человек осознает, что, ну, с ним что-то не так, что он
и себя нагружает, и других нагружает, и так далее. Да? То есть вот эта тревога выходит за пределы своего собственного личностного существования. Она становится таким кругом, расходящимся кругом, в который начинают включаться и другие люди, да? В данном случае близкие люди. Возвращаясь к вашей истории, а то, угу. мне кажется, я своим вопросом и включением увела все дальше вот от истории, где за тревогой была обнаружена злость на супруга. Злость на супруга, который очень часто ведет себя таким образом, ну, неосторожным образом, рискованно ведет себя на взгляд моей пациентки, так что не согласовывая какие-то мероприятия, не согласовывая какие-то действия, которые касаются двоих людей, да, что вызывает серьезное беспокойство у этой женщины. То есть он единолично принимает некоторые решения какие-то, да? Но ведь... Где супруги тогда отводятся пассивная роль, потому что это решение уже принято, и вот как-то ей, исходя из предстоящих событий, приходится действовать, или уже вот событий, происходящих в настоящем времени, ей приходится как-то ориентироваться? Об этом речь? Речь об этом, но при этом ведь, Елен, мы, находясь в супружеских отношениях или в отношениях партнерских каких-то, да, ну, в отношениях вот такой пары, будучи взрослыми людьми, мы ведь единолично принимаем какие-то решения, да, куда пойти, куда пойти после работы, в какой магазин зайти, я не знаю, куда-то фитнес-зал там, да, куда-то в какое-то на развлечение какие-то, да, вот. И с одной стороны и да, и, ну, то есть и да, и нет здесь получается. Я думаю, как нужно постараться и что нужно сделать, чтобы один из супругов принимал, может быть, у вас есть какая-то подобная история, чтобы один из супругов принимал какие-то единоличные решения таким образом, чтобы это, ну, сильно тревожило другого супруга настолько, что эта тревога становилась невыносимой. Невыносимой для самого себя, для самой себя, что с этой тревогой нужно будет прийти к специалисту. И тут еще один интересный вопрос, который, если вам интересно, занимал меня в течение этих 6 часов разговора. Что произошло, что эта женщина в самом начале не знала, что у нее так много злости на своего супруга, то есть, что она видела скорее тревогу, нежели злость, адресованную к нему, да? Мы предлагаем попробовать телезрителям, да, ответить на этот вопрос? Ну, в какой-то степени да, потому что это действительно вопрос для размышления, это вопрос о том, как мы устроены, потому что в этой женщине и в этом мужчине, и в их отношениях вы можете увидеть себя, я могу увидеть себя с какой-то стороны и подумать, как за одними переживаниями скрываются другие, или как одни переживания являются фасадом для других переживаний, да, и что нужно сделать, чтобы заглянуть за этот фасад, или одновременно что нужно сделать, чтобы это неведение о своих чувствах сохранять, да, то есть быть, например, в некотором переживании грусти и тоски, другой случай, да, и не знать, что там за этой грустью и тоской есть еще что-то. Вот, возвращаясь к началу, к тому, о чем я говорил, вот эта вот связь между тревогой и злостью, как мне кажется, отчасти во многом облегчила состояние этой женщины, которая пришла и не знала, куда эту тревогу деть. Вот я об этом начал говорить, да, обретение вот этих связей, обретение каких-то смысловых конструкций. Ага, вот как это связано, да, это связано
Но там дальше другой же вопрос возникает. Если я так злюсь на мужа, что мне делать с моей злостью? Ну, действительно, наверное, мало обнаружения вот этого чувства в себе злости. Нужна, наверное, какая-то конкретика, что меня злит. Там, да, если меня злит, возможно, меня что-то пугает, и мне страшно. Потом я злюсь. То есть это же не только обнаружение. Вот все, названо это чувство, у меня злость, и все, конец. Вы хорошее развитие дали для этого разговора. Может быть, те люди, которые уже посещают психотерапевта или психолога, или когда-то посещали и сталкивались с этим вопросом, вопрос заключается в том, ну хорошо, я теперь понимаю, ну или больше понимаю, как связано, ну, что происходит с моей... Вот она связана со злостью, да? А что с этим делать? То есть когда наступит тот момент, когда мое понимание превратится, когда мое количество понимания превратится в качество жизни, да? Ну, действительно, вот мне кажется, ваше рассуждение подводит как раз к тому вопросу, который мне хочется вам задать. Не всегда же обнаружение проблемы равно решение проблемы. Угу. Ну, то есть человек установил связи, но... Он, возможно, ничего не меняет в своем поведении, в своих реакциях, в своих моделях поведения какого-то там с конкретным человеком, я имею в виду, с супругом, например. Угу. То есть тогда что, да, следующего накопительного эффекта вот этой злости, которая превратится в тревогу, и человек же не может вот так вот взять и по щелчку выскочить из своих каких-то схем, паттернов, в которых он существует. Да, очень хороший вопрос. И по поводу щелчка, и по поводу того, что делать дальше, и как происходят изменения. То, как вы сейчас задали, Елена, этот вопрос, наверное, отражает еще часть переживаний людей, которые приходят в кабинет психотерапевта. Они себя ощущают законсервированными в тех чувствах, в тех беспокоящих их чувствах, которые они, собственно, и принесли. Да? То есть они законсервированы в тревоге, в злости, в депрессии, да? То есть в каких-то таких переживаниях минусовых, если можно сказать, депрессии иногда вот таким образом, да. То есть вот эта законсервированность и несвобода, ну, а что я могу сделать с этим, говорят люди, или спрашивают напрямую у терапевта, а что мне с этим делать? Ну, выяснил я, что я злюсь на ребенка, да, я злюсь на мужа. В общем, по поводу злости, кстати, интересная тема. Мы перекинули мостик сейчас. Что нам можно сделать со злостью? Есть ли у нас какие-то... У нас, я имею в виду, в культуре, у вас под рукой какие-то, как Елена сказала, паттерны или описания понятные или хотя бы найденные на ощупь, как быть со злостью. Вообще, в основном в культуре, поправьте меня, предписано не иметь злости. То есть тревога — более разрешенное чувство. То есть сказать, что я тревожусь, это, в общем, ну, даже получить определенную долю сожаления. Да? Сочувствия, да? Эмпатии. Да, эмпатии. То есть человека тревожащегося принимают, его берут в... Сказать, что я злюсь, ну, спектр реакции будет намного шире, да, от того, что... Ну, конечно, потому что это не звучит как приглашение к сопереживанию, да, это звучит как все, к расстановке границ, не подходите ко мне, иначе я сейчас вот буду делать больно. Даже если человек не расставляет границы и не говорит, не подходите ко мне, его визави, те, кто могли бы услышать эту фразу «я сейчас злюсь», они как будто слышат этот текст. Ну, может быть, это как сказали бы значит, биологи, прописано где-то у нас внутри. Ну да, бей, да? Или беги. То есть,
Видишь злость, или если у тебя есть своя злость, доставай ее из карманов, или беги, уноси ноги быстрее. Да, да, отойди подальше, не имей отношения, или сопроводи свои словами: слушай, ну, дружище, не надо злиться, нужно больше добра, больше позитива и так далее. И люди друг друга такими фразами снабжают. И вот это вот, в общем, такая проблема, мы уже об этом, на это выходили, и вот эта вот история со злостью, с тем, как с ней быть, она в основном уходит под ковер, то есть она уходит в какие-то либо симптомы, о которых мы говорим, да, в какие-то переживания, либо она уходит в те социально неприемлемые формы взаимодействия, о которых мы до поры до времени не знаем, а потом узнаем. Ну, например, что в течение длительного времени в каких-то семьях или в целых культурах совершалось насилие. И оно было покрыто, оно было покрыто, вот так скажем, да, покрыто людьми, покрыто институтами какими-то. Вот. И, в общем, это такая большая история, очень мощная. Прорывом в кабинете психотерапии, я думаю, что, опять же, те люди, которые соприкоснулись с этим, если мы говорим о злости, прорывом бывает ситуация, когда о ней можно говорить в кабинете, говорить как о переживании. Не... Иногда это бывает так: ну да, я злюсь, чего вы от меня хотели, вы прижали меня к стене, чего вы от меня хотели еще услышать, да, я злюсь, да, я сержусь, но это так, перчатка, брошенная на стол, да, психологу, психотерапевту, человек, может быть, даже таким образом защищается, когда... Ну, возможно, чувствую себя увлеченным, да, мне нельзя, мне не предписано злиться, вот я в кабинете психотерапевта таким образом проявился. Вообще, мы все хотим быть хорошими и пушистыми, и белыми, как говорят. Вот, и вот это признание, ну, иногда такой первый шаг, где потом появляется и второй, и третий, когда об этом можно говорить, о злых или о гневных фантазиях каких-то, да, потому что фантазии могут быть абсолютно, ну, как говорят, бредовыми и сумасшедшими, да. И, да. Алексей, вот возвращаясь к этой истории, которую вы сегодня представили, можно ли уже говорить о том, что эта женщина нашла свои социально приемлемые способы выражать злость? Или она сама с собой будет вот дальше исследовать свою злость и понимать, какими дровами эта топка подпитывается? Ну, один из социально приемлемых способов, если вы об этом, выражать злость, это патологический способ, это тревожиться, да? То есть злость перековалась в тревогу. Она уже знает, она уже даже с успехом усвоила. Да, вот. Возвращение тревоги в сознание или появление тревоги, скорее возвращение, потому что она когда-то там была, ну, наверное, это такой распространенный взгляд психотерапевтов, психоаналитиков, что какие-то беспокоящие аффекты были когда-то в нашем сознании, были вытеснены, да, и там наша задача к ним как-то вернуться. Вот это беспокойство и эта злость, в данном случае возвращенная, она куда-то должна вернуться. Она должна вернуться в семью. То есть ей, наверное, возможно, придется нести эту злость домой в явном виде. То есть она может приносить домой тревогу и говорить мужу: смотри, я беспокоюсь за тебя, за... Я вообще каждый раз думаю, когда ты на машине или в командировке, или еще где-то, или поздно возвращаешься домой, а не погиб ли ты, да? Вот. И это очень сильно меня выводит из равновесия. Или я могу принести злость, да, и сказать, что, в общем, ты меня каждый раз, ну, может быть, подводишь, или наши с тобой договоренности о том, что ты не будешь делать какие-то вещи. Тоже тут такой вопрос, да, наши с тобой договоренности. А человек делает, ну, то, что у моей пациентки вызывает злость. То есть это вот новая стадия отношений, новая стадия взаимодействий.
И в этом смысле, конечно, индивидуальная терапия, личностная терапия. Что значит индивидуальная? Когда в кабинете у психотерапевта один человек, но она не ограничивается одним человеком. То есть это, ну, хотел сказать всегда, но, наверное, всегда, очень часто, регулярно это тема и история всей семьи, потому что человек свои собственные открытия несет туда, где он живет. Свои открытия о себе, о своих переживаниях. И в каком виде он туда их отнесет, это тоже интересный вопрос, важный вопрос. Я не знаю, коллеги, заботитесь ли вы, я сейчас к психологам, психотерапевтам обращаюсь, заботитесь ли вы, как ваши пациенты, клиенты, то, что было обнаружено в кабинете, несут к себе домой, или, ну, открыли и открыли, а то, как они это принесут, это их личное дело. Ну, в общем... Причем часто же парадоксальные ситуации происходят, когда у пациента как-то в голове вот этот пазл складывается, и пазл консультации, и там могут быть совершенно другие, например, выводы и открытия, которые даже не были озвучены в кабинете, но пациенты приходят и говорят: вот вы мне, доктор, сказали... Я вот так вот сделал, а доктор сидит и недоумевает, потому что с его точки зрения ничего подобного он не говорил. Ну, по крайней мере, это не звучало как инструкции к конкретным действиям. Я с вами соглашусь, Елена, и в подобной ситуации вполне возможен такой разворот, когда у меня собирательный образ той женщины, о которой я говорю. Вот эта собирательная условная женщина, она может прийти домой и сказать мужу, что психотерапевт порекомендовал ей развестись с мужем, потому что он слишком сильно ее бесит, слишком сильно выводит ее из себя. И таким образом она... тут много можно комментировать по этому поводу, но таким образом она в какой-то степени и в семью вводит еще одного участника, психотерапевта. Она говорит: вот есть мнение еще одного человека, и там все может быть непросто, да, как муж отреагирует, к чему этот разговор приведет. Интересно, у нас очень мало времени осталось до конца программы, но вот вопрос у меня возник, хочу задать его. Бывает ли в вашей практике, да, или знаете ли вы из практики других специалистов, когда они на время работы с клиентами, с пациентами вводят мораторий на принятие каких-то таких вот глобальных решений? Ну, я имею в виду, вот про развод вы упомянули. Если коротко, то знаю. Очень коротко, да. Да, знаю, и иногда даже это предписывается, никаких изменений. Но здесь опять отсылка к психоанализу, в том числе. Никаких изменений за время терапии, но... Разве можно удержать людей? Отсутствие или призыв к отсутствию изменений – это практически призыв к изменениям, к каким-то изменениям. Вот. Ну, наверное, так. Если об этом вам и нам будет интересно, я думаю, что мы к этому вернемся, поговорим в следующий раз. Спасибо, что вы нас смотрите, спасибо, что приносите обратную связь, так или иначе мы ее слышим. Ну и ждем ваших звонков. Спасибо нашим телезрителям, что вы нас смотрите. Напоминаю, что каждый вторник на телеканале «Самара ГИС» мы выходим в прямом эфире. Я сегодня упомянула YouTube, где можно посмотреть архив наших программ, но также в социальной сети ВКонтакте есть страничка «Разговор по душам на Самара ГИС», где также весь архив наших передач можно посмотреть и оставить свои комментарии, отзывы и задать вопрос в обсуждениях. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю беседу. Спасибо. Всего вам доброго и до новых встреч. Берегите себя. До свидания.